Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Рецо. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, дона... Типрего, зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация, я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить, но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эцо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Добрый день! Привет! Привет! Модный маскарадный костюм. Ненавижу богачи. Сальве! Бена, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Вор! Вор! Эцо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите! Что? Нет, у меня украли кошелек. Муж меня прибьет. Черт! Где мой кошелек? Стража! Стража!
Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный, такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, мечи наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Эцио аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно, пойдем сюда. О, какой бардак! Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Ми диспьяче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо! Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Вот, готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамента? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется.
А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре инфинто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? Отвечай, тогда мы... Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджеле эмеа маджи. Я уже вижу. Он там. Остановите его, рогатцы! Пусть лучше ведет себя смирно. Мы не знакомы. Прекрасно. Я его не вижу. Приносите больных и раненых. Эй, мышка! Вот он! Бейте его! Пусть лучше он ведет себя тихо. Черт, какой он шустрый! Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Пожалуйста, я никому не желаю. Подходи, не стесняйся.
костюм. Бизарро! Что с ним такое? Еще один наемник? А? Ух, это красиво, но рискованно. Привет! Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно, ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи — путь к ненужному вниманию. Лечу всех! Сладкое вино, а поцелуй еще слаще. Люблю, когда мужчина знает толк. Так-так, хотите развлечься, мальчики? Добрый господин, спасите. Да. Добрый вечер, Винсланья. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души? Да, стараемся отвлечься от этой неприглядной истории с семьей аудиторы. Подумай только, ведь Джованни был мне как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть имя предателя из городских хроник. Он не достоин того, чтобы о нем знали потомки. Да, об этом я ненадолго оставлю вас. Уберто! Уделите мне минутку. Вам хоть всю жизнь, Беатриче. Ну же, расскажите, каково это быть героем? Какой же я герой? Я Гонфолоньер, и мой долг заботиться о том, чтобы Флоренция оставалась оплотом правосудия. Пока я остаюсь у власти, взяточники и им подобные не будут знать покоя. Уберто, вы дар небес. Надеюсь, Лоренцо понимает это? Да, наш великий правитель Лоренцо. Дамы, я еще вернусь к вам. Ты! Ты бы поступил точно так же. Дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Ассасин!
У меня есть обычные средства и лекарства из далекой Аравии. Это мана. У меня срочное дело. В другом месте. Да-да, точно. Я где-то... Лизай, гора! Убери свои грязные руки! Перла Малора! Это без меня! Куда улетел? Я... Пердонате! Я не знаю, что на меня нашло! Сожалею. Хорошего дня! Ты когда-нибудь... Где я видел этого человека? Бонжорно!